По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза. Две холодных звезды голубых моих судьбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза. Две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из дому гонят дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче б, наверное, дорога мне легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче б, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы гудят, гудят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза. Две вечерних звезды голубых глядят, глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза. Две вечерние звезды голубых глядят, глядят. А еще что-нибудь? А что стоишь? А может еще что-нибудь? Может еще что-нибудь, Володя? Пока. Сейчас. Интересно, а что нужно относиться к фразе, что это все вегетарское? Ну, они были вместе. Песня посвящена вегетарскому, но участие... Он не писал вот он писал, просто они были вместе в газетовской командировке. Конь пред нами остались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. А вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До синей горы моя радость, до синей горы. А где ж река, то гора, притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь моя радость, на ясный огонь. На ясный огонь моя радость. Найдем без труда. А где же тут ясный огонь? Почему не горишь? Сто лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик тот спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги во тьму. Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам. Ты что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает, ах, если я знал. Кто скажет, что Булат не символист?
Второй раз только. Юточка, вот скажите, о чем? О чем ты? А невозможно. Это символы, символы, символы. Да. Почему их невозможно? Потому что до дороги никогда не дойти до конца. Она всегда впереди. Вот. И много-много чего на самом деле. Почему река красная? Почему? Знаешь, что на этом меня вот спросили? Помнишь, это самое белый буйвол и синий орел, фарик золотая? Вот смотрите, а что? А он говорит, я сам не знаю. Это библейские какие-то. Да нет. Нет, в том-то все и дело, что Библия начинала. Собственно, это давление. Это туда. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов хорватских и в зарю, чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской, нарисуйте прежде с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как качнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. А вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. И ничего, что мы чужие, вы рисуете. Я потом, что непонятно, объясню. Вот именно, я потом, что непонятно, объясню. А может быть, и не объясню. И не надо. Скорее всего. Вот. Ну вот тоже любимая, одна из любимых песен. Пока земля еще вертится, а пока еще ярк свет, а Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, а дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, а Господи, твоя власть, дай рущемуся к власти, на власть плаваться в сласть, а дай перебить щедрому, хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам своим, как верим мы сами, не верим, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще мне еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем
понемногу. И не забудь про меня. Кажется, все понятно, а на самом деле непонятно ничего. Совершенно. А вы знаете, вот тут почему мудрому... называют молитву Франсуа Вийона? Нет, она так называлась раньше, но это было... Можно я отвечу? Да, да, да. Почему она так называлась? По цензурному соображению, честно. Потому что ее надо было как-то печатать, а советский человек молиться не мог. А, вот так. Не умел. Вот, слово, молитву, а Куржаву вообще. Все время были неприятности в связи с вот этим... Как бы законспирировали, да? Да, в связи с тем, что он все время был божественный. Это да. Вот все время были проблемы. И в частности, нельзя было напечатать песню с названием «Молитва». Поэтому, ну, когда она стала молитвой Франсуа Вийона, ну, Франсуа Вийон, ну, это там у них и тогда, это можно, это ладно. И так ее напечатали. И так было до перестройки, когда наконец стало можно печатать так, как написано, и тогда это название вернулось к первоначальному. И здесь тоже куча загадок. Почему надо мудрому давать голову, почему надо, да, почему надо трусливому дать коня и так далее. То есть все, казалось бы... Вообще, Куджаве этот вопрос задали. Почему трусливому дать коня? Чтобы убежал быстрее. Я Куджаву сказал, ну я сам не знаю, наверное, что скорее скажу. То есть на самом деле все не так просто. Мудрому дай голову, это самое интересное. Нет. Чтобы было две главы. Ну, есть версия. Версия. Чтоб не снесли эту голову. Дай ему голову, чтоб не снесли. Давай. Мудрый же должен жить долго. Умному не хватает именно головы. Так, ну что, ребята, именно вот жить. Кому-то, может, и не нужна голова. Ему как голова. Именно. Давайте пейте. Крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых. Где-то в комнатах ветер прошел, там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка, а вот январь накатил, налетел, обешенный, как электричка. А мы в пух и прах наряжали тебя, а мы тебе верно служили, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать простодушие сердечном, а женщины той очарованный лик слить с твоим празднеством вечным. А в миг расставания час платежа, в день увидания недели, чем-то стала ты нехороша, что они все обрели, и утонченные, как цари, а гордые, как гренадеры. Тоже надежные руки свои прячут твои кавалеры. Нет бы собраться им время унять, нет бы всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расстаться. Оно начинается вновь, суета, время по-своему судит. И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель, моя ель, у
уходящий олень. Зря ты, наверно, старалась. Женщиной той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, а будто бы свет удивленной любви, вспыхнувшей неудаленной. Красота? Да. Еще одна любимая песня. Музыка в лесу под деревом наигрывает вальс, наигрывает вальс, то ласково, то страстно, что касается меня, то я опять лежу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник. Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. А музыкант приник губами к флейте, я бы к вам приник. А вы, наверно, тот родник, который спасает. А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березовому, прислонясь плечами, и березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые. Строгий и печальный, а перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны. А музыкант врастает в землю, звуки вальса льются, и его худые ноги, как будто корни той сосны, они в земле переплетаются и никак не расплетутся. Целый век играет музыка, затянулся наш роман, он затянулся в узелок, горит он и не сгорает. Ну давайте ж успокоимся, разойдемся по домам, но вы глядите на него, а музыкант играет. Вот уже замечательные песни, посвященные музыканту, музыкантам. Вот, и я думаю, что недаром, я думаю, как он был рад и счастлив, когда они познакомились со Шварцем. Это было очень точное попадание, на самом деле. Я думаю, что не каждый профессиональный композитор мог бы вторгнуться в это. Извините, пожалуйста. До свидания, спасибо большое. Следующий через две недели. А, это в начале, значит. Вторая, в том, десятая. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот. Я просто, мне надо выбрать последние несколько песен. Да, и... А? Или хватит? Нет, нет, да. Давайте. Еще как поет? Да, ну давайте. Нам половину надо точно кончить. Ага. Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нов. И я зову к себе портного, и перешить пиджак
прошу. Я говорю ему, шутя, перекроите все иначе, сулит мне новые удачи, искусство кролики шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так переживает, а сам так все переживает. Вдруг что не так, такой чудак. Одна забота наяву в его усердии молчаливо, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, лишь только я пиджак примерю, опять в твою любовь поверю. Как бы не так, такой чудак, опять в твою любовь поверю. Как бы не так, такой чудак. Друзья, поскольку время все-таки нас поджимает, я хочу... А может быть, из того, что со Шварцем написано? А? Может, из того, что со Шварцем написано? Мы можем, я думаю, что знаете, мы что сделаем? Мы еще разик покупаем. Вот. Все очень просто. Вот. Я думаю так, вот мы сделаем декабристов, после декабристов мы допоем Булата и еще договариваем. А я хочу закончить песней, которую я ему посвятил. Хорошо. От этой музыки печальной так сладко сердце замирает, и он на небесах играет нам неизвестный музыкант. А мы слегка сентиментальны и, видимо, достойны рая, ведь тот, кто слезы проливает, тот не утратил свой талант. А тот, кто пропил и растратил рубли на жалкие копейки, тот тоже жалости достоин, но не расплох, хоть не расплачется вовек, поскольку тоже жизнью платит он за судьбу свою индейку, поскольку хоть он и не воин, а все же тоже человек. А музыканту безразлично, кому играть, он играет, и добротой изначальной творит простые чудеса. Он никогда никого, конечно, лично ни в чем таком не обвиняет, а просто музыкой печальной до края полнит небеса. Спасибо вам за соучастие.